В Уфе начали монтаж памятника Муртазе Рахимову в сквере около Государственного собрания. Власти намерены открыть монумент к 90-летию Муртазы Губайдуловича Рахимова 7 февраля. И это будет, как известно, очередной шедевр Салавата Щербакова, которого уже прозвали Хабировским Церетели. Место и облик памятника первому президенту Республики Башкортостан вызвали массу кривотолков и противоречий как в среде обывателей, так и в семье покойного Муртазы Рахимова. Например, бежавший за границу сын Муртазы Рахимова Урал и вовсе желал, чтобы памятник его отцу был размещен в микрорайоне Дема и воплощал совершенно молодого Рахимова таким, каким его, видимо, хотел помнить Урал Муртазович. Ну, так или иначе, памятник будет таким, каким его захотел видеть Ради Хабиров, и стоять он будет именно там, где решил, что он будет стоять Ради Хабиров. Остается невыясненным один вопрос: станет ли монумент местом поклонения башкирских националистов всех мастей, которые с ностальгией вспоминают рахимовские времена, времена, когда процветали КУГБРЭ, Союз башкирской молодежи и Всемирный Курултай, когда юный Азат Барданов с мегафоном управлял потоками вот этих вот серых волков, когда Ради Хабиров, по сути, сам создал все вот эти вот молодежные националистические объединения. Вот эти времена вспоминаются тем, кого сейчас не очень-то жалуют в официальной политике и которые, может быть, и склонны к тому, чтобы сделать Муртазу Рахимова символом своей молодости и юности. Ну, в общем-то, поживем, увидим. Но на первое время наряд Росгвардии у монумента Муртазе Губайдуловичу, пожалуй, что смотрелся бы очень даже органично.